На четверг 31 студеня у кинотеатра имя Калинина запланировано урочистое открытие новой глядельной залы. И она оснащена самым сучасным австрийским кинопроекционным обсталеванием и различена на 150 глядачов. Лишьбовый кинопроектор идеально подходит для прогляду 3D-контенту, а новая акустичная система для створения иллюзий полного погружения. Аматорам доброй картинки обещают насыщенность колеру, выразность и яркость малюнка. Для премьерного показу обранная новая российская киностужка «Сем вечер» у 2D-формате. Дякуючи специальному дозволу, отриманному от правоуладальников, гомельские глядачи мают магчимость познайомиться с новой работой еще до официального релизу. У рамках мероприемства отбудется творчая встреча с авторской группой створальников фильма, режиссером Кириллом Плятневым и продюсером Георгием Малковым. У делу встречи примут и наши корреспонденты. Сочите за эфиром.